Начиная распаковку игры Munchkin 2, заказывал в среду вечером ее на розетке. И вот в субботу утром пришла через Just In доставка Munchkin 2 «Дикий топор» ко мне домой. Так выглядит игра. Я почему-то думал, что коробка будет больше, но так даже лучше, она компактная, будет везде помещаться, даже в карман куртки. Что здесь есть в коробке? Вот видим набор рубашек. Здесь набор проклятий. И здесь, собственно, сами правила игры. Ну и если обратить внимание, то игра увеличится на 100 год. То есть это просто даже старый запас. Ну, как бы игра хорошая, мы с ребятами играли, очень понравилось. Значит, в принципе, за мной тоже.